Здравствуйте, с вами Мусулега Елена. Для моих новых кулинарных рецептов я решила приобрести новинки для кухни. Это нож, терка и разделочная доска. Эта посылочка пришла мне из Соединенных Штатов Америки. Я с ними поработаю и расскажу свое мнение в следующих видео. Вот эта посылка. Сейчас мы ее откроем и посмотрим, что же нам пришло. Как видите, посылка хорошо упакована. Защитный такой пакетик с пузырьками. Убираем его. Вот еще один пакетик. Так, открываем. Что же у нас здесь? Вот какие-то конфетки мне в подарок прислали. Фруктовые желейные. Попробуем. Очень приятно. Мелочь, а приятно. Вот такая терка. Я такие вещи очень сильно люблю. Терочка с контейнером. Я туда натру и высыплю. Все будет очень аккуратно и чисто. Откладываем в сторонку. Так, и самое мое любимое. Кухонные ножи. Как же я люблю такие вещи. Вот такие вот три ножа. Ножи шикарные. Я уже чувствую по весу. Смотрим дальше. Убираем коробочку, она нам не нужна. И вот такая вот доска. Здесь я на ней буду резать. А в контейнер все будет высыпаться. И опять же, все будет чисто и аккуратно. Качество американских товаров, как видите, на высоте. Это не Китай. Почему я обратила внимание на бандерольку? Вот смотрите, я заказала товары на трех разных сайтах. У меня получилось три разные посылки, которые мне нужно оплатить. Вот тут-то компания Бандеролька мне и пригодилась. Она не только проверила заказанный мной товар, но и существенно снизила цену доставки. Как это происходит? Вы делаете заказ на сайте, добавляете адрес бандерольки, и все ваши покупки отправляются к ним в офис, где их качественно и аккуратно упаковывают и отправляют вам одной посылкой. Чтобы узнать более подробную информацию, кликаем сюда, либо на ссылку под видео. Моя посылка шла пару недель, и я с легкостью могла отслеживать ее перемещение. Рекомендую и вам воспользоваться услугами Бандеролки. Это удобно, доступно и безопасно. Теперь я с радостью пойду готовить новые рецепты. С вами была Мусулега Елена. Па-па!